В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в целях поддержки талантливых детей уже в течение 10 лет проводится конкурс чтецов среди школьников средних и старших классов. На этот раз в конкурсе приняли участие 90 школьников из 8 городских и 15 сельских школ. Что это, видимо, поддержка талантливой молодежи, а талантливой молодежи у нас очень много, возникла необходимость о проведении этого конкурса не только, возможно, в области, но и даже в России. Поэтому мы всегда шагаем в ногу со временем. Талантливых детей в Кстовском районе очень много. Детей, которые не только читают произведения, но и детей, которые сами пишут произведения. Ребята могли выбрать жанр произведения. Это могло быть стихотворение или отрывок из прозы. Оценивалось выступление по параметрам, заложенным в требовании оценки устного чтения школьной программы. Это выразительность и эмоциональность, дикция, артикуляция и ситуативное состояние ребенка согласно теме выбранного произведения. Достань ожерелье, спустись на дно, сегодня в пучину упало оно. Ты этим докажешь свою мне любовь. Вскипела лихая у юноши кровь, и ум его обнял невольный недуг. Он в пенную бездну кидается вдруг. Участники порадовали зрителей и членов жюри своим артистизмом и высоким уровнем подготовки. Творчески подошли к выступлению участники конкурса, подготовившие костюмированные образы для выбранного произведения. Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказки, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки. Баюшки-баю,